Соперник так-то хороший, давил у нас даже. Мы на контратаках их поймали, забили голы, все. Не пропустили, выиграли матч. Я рад, что мы выиграли, и команда сыграла на ноль. Игра была напряженная, особенно первый период. Вот и соперник создал много моментов. Ну, поймал на наших же ошибках. Вот, ну, к счастью, мы смогли использовать созданные моменты. Были ребята, играли с огромным желанием, жаждой гола, что смогли сделать в нужный момент, забили. Ну, молодцы.